Привет! Всем привет, ребята! У нас сегодня на обед блинчики. Сладкие. Сладкие, да. Самый вкусный. Голодный уже сидит. Да, сейчас покажу вам Ванюшку, он там у нас сидит. И ест блинчики с клубничкой и с черникой. Нет, голубикой. Ну, тут еще новости работают. Ягоды и что это у нас? Карамель с вареной сгущенкой. Смесь. Ну как, вкусно? Вкусно? Скажи еще как. Вкуснятина такая. Я тут Катю потерял. Думал, где она пропала? Прихожу такой сюда. Спит. Давай, маленький. Вот так. Доставай следующую. Он стоял вот над этой коробкой и орал, плакал. Ваня говорит, это так себя ведут девушки возле шкафа. Да открывают шкаф и не знают, что они хотят, что им надеть. Но в итоге мы определились, что мы хотим поиграть в дупло с этими с червячками. Кстати, очень хорошо играет. Я не ожидала, что он за один день научится доставать всех червячков и вставлять их обратно, либо доставать и кормить птичку. То есть вообще суперская игра. На. Держи червяков. Вставляй теперь сюда червячочков. Давай. Вот так. Правильно. Молодец. Давай. Умница. Молодец. Браво. Молодец. Нет, наоборот. Наоборот. Вот так. Молодец. Ты будешь доставать? Давай, доставай. Кукуй, молодец. Смеется. Теперь можно перекусить. Эти уже червячком. А давай фигуры пособираем. Смотри, какие. Да? Собирай кружочки. Нет, не хочешь? Не хочется. Все самое интересное в коробке. Это мы еще не открываем. Это мишка. Медведь. Слюни. У нас лезут 3 зуба. Один уже чувствуется пальцем. Уже кормится. Да, медведь. А смотри, а это кто? Божья коровка? Божья коровка. Сейчас он будет нервничать, что они закрыты. Да. Скажи, это стресс. А ну-ка, где наш зайка? Смотри, у нас есть эти. Сейчас. У нас есть, да, они картонные, он их в рот. Хочет их есть? Угу, они не пластиковые, поэтому нельзя им давать. В общем, у нас есть этот Алило. Зайчик Алило. И вот к нему шли вот такие вот карточки. Прикладываешь, и он говорит цвета на русском и на английском. Ну и не только может это можно вообще как предметом. Но он не всегда определяет. Ну, когда у него ограниченное количество цветов. И оттенки он не различает. У него все фиолетовое. Все, что розовое. Даже кожа. Кожа человека, да, кожа. Фиолетовая. Ребят, мы вышли на прогулку с Ваньком. Вот он у нас тут едет на велике. Кстати, сегодня очень много людей. Именно очень много детей. С этой стороны, с той стороны. Ай-яй-яй. Я взял сегодня мячик с собой, но его некуда положить. Ну как тепло на улице, это вообще. Слушайте, находясь дома, я не чувствую, что на улице прям настолько тепло. Прям реально очень тепло. Я вон в шортах, мне даже в шортах тепло.
выбрались на балкончик. Немножко нас уже спит. А здесь... нужно видео. Свет включите. Ага, я вот включите. Как раз хотел это сейчас сделать. Просто тут куча игрушек, и главное ноги не сломать. Ты так нахваливала, этот магазин, и в итоге купила арбуз, и он мне оказался невкусный. О! Красота! Так что арбуз можно выкинуть, вообще невкусный оказался. Хотя до этого мы покупали очень хороший арбуз, мы его прям слопали сразу же. Угу. Видать, либо я не тот арбуз взяла, не знаю. Что я снимаю? Ой, сидим на балконе. В общем, сейчас уснули. Там внизу дети играют. Да. Классно, когда есть какая-то кусочек земли. Ничего, у нас тоже будет. Да. Закончится карантин, и мы этим займемся. Будем искать кусочек земли. Да, будем искать кусочек земли. Принесем его к себе на балкон. Не будет у нас кусочек земли. Ножичком так вырежем. Да, желательно с газончиком. Да, не, все-таки иметь дом это круто. Сейчас бы я бы с удовольствием поела бы приготовленные креветки. Лангустины даже, не креветки, а лангустины на костре. Как мы готовили с Абадели. Да. Овощи на гриле. И безалкогольное вино. Белое, сладенькое. Кайф. Что-то аж слеза покатилась. Птички так поют, у нас так тепло. Хорошо. Очень тепло. Сегодня Ваня прочитал новость, что, скорее всего, Мадрид и Барселона не вписываются в план этого выхода из карантина, и у нас походу продлят карантин еще дольше, и вот эти вот все плюшки, чтобы выходить на улицу, вроде как нас не будут касаться. Но это еще не подтвержденная информация, да, в новостях это, просто... еще не заявили, но слухи такие ходят, потому что у нас до сих пор большое количество зараженных, умирает уже меньше людей, но все равно цифра большая. Как бы... Потому что остальные провинции и области, да, это область вроде. Области, да. То там очень низкие показатели, и уже много областей, которые выходят с карантина, потому что, ну, у них очень низкие. Ну, не то, что выходят с карантина, они как бы поэтапно начинают выходить. Вот, например, на островах, так как там вообще нет новых заражений, они уже сразу на втором этапе. Да. Посмотрим. Посмотрим, как все будет происходить. Одним словом, ждем. Ждем новостей. Сегодня пятница, в субботу, в воскресенье, мне кажется, ничего заявлять не будут. Хотя, может быть, и на выходных кто-нибудь тоже скажут. Обрати внимание, во всех лампочках нигде нет воды, кроме одной. Вот тут? Угу. В этой вот лампе. Не видно, оно ярко светится. В общем, там внутри вода. Но это ледовский, поэтому как бы ничего страшного. Че, будешь пробовать арбуз опять? Его даже Ванёк отказался есть. Он мягкий какой-то. Мягкий? Безвкусный. Ужасный. На балконе классно. Я вот это время люблю, когда нет жары, духоты. Потому что сейчас май это идеальный лето месяц. Начнется и будет просто. Не, ну летом по вечерам здесь очень хорошо, вспомни, как мы тут не, сидели. По вечерам, да. Ну вот мы вечером тут и сидим. Не, ну да, но я в целом имею в виду вот это время, которое. Ну да, май месяц это вот идеальный месяц для того, чтобы проводить его на террасе, балконе. Нужно будет тащить опять кондиционер наш. Ваняка будет большой к нему интерес. Но мы в прошлый
прошлом году поставили. Мы в августе включали. Аж в августе поставили. Да. Август был очень жаркий. Ну, всегда, каждый год, всегда даже по новостям передают, чтобы готовились к августу, потому что август это всегда самый-самый жаркий месяц в году. Угу. Да. Мы тут с Катей сидим до сих пор. Видите, у нас уже там стемнело. Красивое небо. И мы не просто так еще здесь сидим. Помимо того, что мы здесь сидим, кайфуем, мы ждем доставку. Нам должны привезти бургер. Очень вкусный. Но мы там еще не заказывали, да? Нет, в этом нет. Это новое. Ну, в общем, будем ждать бургеры. Кстати, помните, мы с Катей заказали бургеры в этом Burger King? Какие они были отвратительные. Мы потом заказали бургеры именно... Там на велосипеде приехали. Да? Да, мне кажется, это нам. Сейчас. Да, только... курьер с вашим заказом почти на месте. Сейчас будет звонок. А, он на велике? Угу. Какой молодец. Да, в приложении тоже было, что на велике. А, да? Все, я пошел. Или ты пойдешь? Да ладно, иди ты. Да. Ты уже стоишь. Так, мы решили захомячить эти вкусные бургеры на балкончике. И даже поставим стол. Думаю, весь не будем раскрывать. Да, половинка. Давай. На улице. Что ты так долго? Во. Я так случайно поставил. Картошечка. А, ты еще картошечку заказал? Ух, а как вкусно. Тоненькая, как вкусненькая картошечка. Горяченькая. Майонез. Все? Все, там больше ничего нет? Блин, еще понять, какую кому бургер. Все, не помню название. Ты что? Ванюшка проснулся. Угу. Давайте я распакую. Еще майонезик. Лишнее уберем. И сейчас я пойду забацаю чаек. Я сегодня утром проснулась с болью в ноге. Короче, я не могу вот эту часть вот хорошо вот так вот сделать. То есть вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, я это не показывал. Короче, я не могу сделать сильно, выгнуть вот так, вот так, ну то есть покрутить. У меня болит вот здесь вот. Вот тут. Прям нереально сильно болит. И я забылась, встала на корточки, чтобы собрать игрушки. И такая адская боль. И не знаю, почему я нигде не подворачивала ногу, ничего. Именно вот проснулась. Рано утром проснулась где-то, ну еще темновато было. Я думаю, часов в 6 утра. И я не могла... как бы двигать ногой. Не знаю, почему. Не знаю. Я думаю, пройдет. Не думаю, что что-то. Вот это вот то, что выпирает, угу. Вот это болит. Прям, знаете, как синяк болит, когда дотрагиваешься до синяка. Вот это такая боль. Вот это и вот тут вот. Между, получается, вот этими двумя штуками. Короче, не знаю, что. Может, я ночью как-то треснулась обо что-то. Хотя бы что могло ночью треснуться. Не знаю. Здрасте, что в твою коленку. Может быть. Все. Пошла я спать. Ваня идет монтировать влог. Угу. Все. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Это я не зевнула. Я понял. И всем.